среду в Самарской области ясно и без осадков, станет чуть прохладнее. Днем 14-16 с плюсом, ночью 11-13 выше 0. Ветер северный 1-2 метра в секунду. Сызрани безоблачно, днем плюс 15, ночью плюс 14. Северо-восточный ветер, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти безоблачно, днем 14 с плюсом, ночью 12 выше 0. Ветер северный 1 метр в секунду. В Самаре солнце, днем плюс 14, ночью плюс 10. Северный ветер 1 метр в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 49%. Геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.